Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. И благодарим это... Что спасли нас, там спасли... тех людей, кто задействован, нас спасли. Всех тех, кто был задействован. Президент Республики Молдова господин Дадону, властям России, Российской Федерации, господину Чайки. Без этих людей, без этих людей мы сейчас здесь не были. Не были здесь тоже. Потому что даже американская сторона, да, не знаю, сколько лет уже, они сказали, честно, талибаны сказали нам, они сказали, все, они не ведут переговоры. Отреклись от нас, бросили нас погибать.